Широкие поля, зеленые леса, голубые озера – это сказано про Маргаушскую землю. Сегодня район отмечает 72-летие. С праздником жителей поздравила вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева. Благодатная земля дает хорошие урожаи. Именно здесь растет самый вкусный картофель. А Маргаушская птицефабрика известна во всей Чувашии. Трудолюбие маргаушцев можно позавидовать. Показатели вашего района действительно одни из самых лучших. Сегодня по праву можно гордиться тем, что ваша школа входит в 200 лучших сельских школ Российской Федерации. Конечно, вы вместе с городом делаете великое дело. Маргаушская земля дала республике и стране много выдающихся имен. В их числе экс-министры внутренних дел Чувашии Михаил Киселев и труда и занятости населения Крета Валицкая. Знаменитые спортсменки Вера Соколова и Валентина Егорова. Этих и многих других уроженцев района можно смело называть национальным достоянием. По случаю дня рождения района Алла Салаева вручила награды и дипломы маргаушцам.